И в случае работы с большими объемами данных вы должны помнить обо всех нюансах оптимизации работы с инфоблоками, о которых я говорил вам раньше. Все это актуально и при выполнении обмена. Также хочу сказать вам об одном важном моменте. Для ускорения процесса загрузки информации на сайт вы можете загружать информацию, не производя индексацию, а провести ее разом после собственного завершения процесса обмена. Также для того, чтобы ускорить обмен, мы можем проставить индексы. Например, в нашем случае мы производим набор элементов по артикулу. Ну и проставим индексы по данному полю. Но для этого инфоблок обязательно должен быть переключен в режим инфоблоки 2.0. Теперь давайте попробуем проставить индексы и посмотрим, как это повлияет на производительность. Время генерации нашей страницы без индекса составляет 11 секунд. Инфоблок у нас находится в отдельной таблице данного, то есть инфоблоке 2.0. Соответственно, мы можем проставить индексы по полю артикул. Для этого мы можем открыть phpMyAdmin, либо сделать через Bittrex с помощью вручную составленного SQL-запроса. Мы пойдем по пути phpMyAdmin. Находим нужную, интересующую нас таблицу. Это будет BI-блок, элемент проб, S2. В нашем случае, так как ID инфоблока равно 2. Также смотрим ID артик равно 7. Находим property 7. Нашли. Теперь мы здесь можем проставить индекс. Добавляем индекс. Либо мы можем сделать SQL-запрос. Вот такого плана. Выполняем запрос. Индекс добавился. Теперь проверим, насколько это нам дало выигрыш производительности. Производим обмен. И видим, что время исполнения страницы незначительно, но уменьшилось. Таким образом, мы смогли добиться уменьшения времени генерации страницы. Мы производили обмен на небольшом количестве данных, поэтому изменения не очень значительные, но когда вы будете выгружать тысячи и сотни тысяч элементов, разница будет очень ощутимая.